Хотел еще летом вот эти траву эту снять, но дело дошло только в конце сентября. Видели когда-нибудь траву по 4 метра? Вот я, у меня 1,80 м, я даже близко до верхушки не дотягиваюсь. Такое вот чудо выросло. Лучше бы помидоры так выросли. А вон тут целый лес у меня. Просто сегодня, наверное, буду вырубывать или на следующей неделе. То надо снять хотя бы. Зачем вырубывать? Потому что там вон мир камышей, который весной любят поджигать. И огонь идет прямо на дом. И тут должно быть все чисто от травы. Не, ну он до дома не дойдет, но все равно неприятно. Вот так сравнить себя и вот эту травку. Красиво, да? Грушки в этом году уродили. Буду с грушками. Всем пока.